На льду фитнес-арены Алиса Дмитриева оказалась впервые. Сюда ее вместе с братом привели родственники. И хотя на коньках девочка катается не так часто, уже старается выполнить простые трюки. Когда я еду, например, набираю скорость, нравится крутиться. У меня это очень плохо получается. Уже 2 недели лед, на котором играют профессионалы из континентальной хоккейной лиги, тестируют участники проекта «Народная экспертиза». Каждый вечер в фитнес-арене катаются 50 человек от мала до велика. Лет с 3 стою на коньках, катаюсь хорошо, нравится мне очень. Я 6 лет катаюсь, не очень хорошо, но мне тут нравится. Тут лучше каток, ровнее. Очень хорошее впечатление. Лед отличный, настроение супер. Встретил много своих друзей. То есть все отлично, все нравится. Хочу за это сказать большое спасибо организаторам, Владимиру Владимировичу Микулшевскому, нашему губернатору. Все здорово. Именно участникам народной экспертизы по решению губернатора Владимира Микулшевского предоставили возможность первыми покататься на льду фитнес-арены. Тем, кто принимал участие в разработке краевых законов, доверили оценить новый концертно-спортивный комплекс. Сейчас для удобства катающихся здесь работает прокат коньков, точка с горячим чаем и дежурит медперсонал. На катках города было не очень, потому что какие-то бесплатные, и за ними не ухаживают, какие-то, допустим, сильно далеко находятся и не совсем удобно. Сюда попал, обменяв карточку свою, участвовав в народной экспертизе летом еще. В принципе, всем доволен. Народное катание фитнес-арене продолжается. Участники народной экспертизы могут обменять свои карточки в магазинах «Клевер Хаус» на Семеновской, «Сотка» на Столетии, «Михайловском» на Чуркине и в «Элазере» на Первой речке. Станислав Луценко, Павел Михайлов. Панорама.